Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, полностью прокачанные и платиновые. Ребят, кто хочет себе такой же акт, сотый уровень, кучу баксов мутагена, любого перса, пишите нашему подписчику, ссылка, конечно же, есть в описании к этому видео. Говорите, что от команды Detol вам будет бонус, количество бонусов ограничено, так что успейте его получить, ссылка в описании, пишите и наслаждайтесь игрой так же, как и команда Detol. А мы отправляемся в Лигу Мастеров, турнирная арена. И, как всегда, команда Detol на первом месте. И сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто это счастливчик? Так, а это Лаэди Стендов 2. Дружище, лайк и сердечко тебе, Лаэди. И у нас здесь... Что? Я все сделал, можно мой состав? Интересно, а это загадочка. У него круто. Был король. Ух, ну ты. Это же сенсей, а король точно. Был крысиный король. Точно, ребята, да, вот так вот. Супер терка для сыра. Ну, это очень сложная загадка, если даже здесь, не знаю, кто это. Если бы здесь не было ответа чуть ниже, хорошо, мы посмотрели, да? Это супер шредер, оказывается. Вот такой вот рофл интересный. Прикольно. Так, и самурай-кролик, наш любимый заяц Усаги. Это все изи просто, крутой очень составчик, крутая загадочка. Ребят, чтобы в видео попасть точно так же, надо обязательно поделиться этим видео прям... Под видосиком есть кнопочка такая «Поделиться», прям нажимайте, делитесь в соцсетях. Дальше поставим лайк и, конечно же, написать три персонажа в столбик в комментариях, либо три загадочки, мы будем их разгадывать, потому что вы попадете уже в следующее видео обязательно. Так, смотри, у нас здесь есть, как всегда, волшебник, и сейчас мы с него и начнем. Да, давай с него и начнем, я думаю, с двух атак вот так вот мы его разнесем, хотя, может быть, и нет. Да, есть, ребята. Посмотрим. Хорош, отлично. Так, ну, не знаю, можно Лео, наверное, да? Давай файтить его. Двойная атака, тем более, есть у сенсея. Давай, так и сделаем. Две атаки. Пошли хорошо. Больше половины хелсов. Сенсей противник атакует, интересно, по кому же? По сенсею. Ах, ты, смотри, ну, посмотрим, у кого сильнее удар. Вот так вот. Мне кажется, практически одинаковый, да? Ну, слушай, он в сильной атаке зашел, а вот Лео нарывается определенно. 100%. Так, смотри, диалоговые окошки у нас полетели. Чекаем. Ух ты, ничего себе, мощно. Но и контратака, конечно же, прилетает. Тут никак без нее. Еще одна мощная. Тоже массовую атаку используют. Смотри, у сенсея практически не осталось жизни. Еще и понижена атака. Слушай, я предлагаю два раза по рафу ударить. У него хелсов. Ну да, двойная атака. Я думаю, что да. Давай рискнем. Давай пробуем. Давай попробуем. Давай рискнем. Чего бы нет. Да, да, добьем, конечно. Изи, ребята. Есть. Очень хорошо. Усаги красава. Так, что, подожди, может быть. Ну ладно, окей. Сорян, надо было добить его в любом случае. Если не этот, то тогда тот. И двойная атака. Кстати, теперь подони тоже атакуют. Хорошо, что у противников тоже понижена атака. Да, ребята, атака понижена. Сенсей еще делает вот такой вот ход конем, а именно палкой. И повышает защиту и крит. Так, двойная атака, поехали. Давай, ну-ка, нам... Усаги, добьешь его? Нет, у него защита повышена. 606 всего лишь. Второй раз немножечко очень слабенько. Ой, даже сенсей слабенько. 367 урона, это очень мало. Да, ребятки, вот так вот защита действует. Ну, плюс понижена атака, здесь прям все против нас. Мощно, да. Вот это опасно, очень опасно. 5300, но, к сожалению, это максимально. Сейчас прилетит. Опа. 181, супер. Опа, да ладно. Вот так вот, ребята. Сенсей затащил. Да, красава. Это было круто, это было красиво, определенно, ребята, не забывайте писать ваши составчики. А мы выбираем следующего подписчика, это Принц Антон. Так, мой состав. Итак, я все сделал. А, поделился, подписался, лайк поставил, колокольчик нажал. Ой-ой-ой, все подряд, ребята, это круто, очень круто. Так, первый. Мастер команды синий, владеющий клинками. Ну, это Лео. Ну, это Лео, конечно, мастер. Ну, наверное, все-таки лидер. Ну и мастер, ну, да. По совместительству. Так, второй. Тот, кто всех смешит. Оранжевый и искусно владеет нунчаками. Низкий. Это же Майки, наш весельчак, любитель пиццы. Слушай, очень развернутые загадки, круто, спасибо, ребята. Вот так вот прям интересно, очень интересно. Лео, там Майки вначале будет. Так, и третий у нас мастер-шеф, разбирается во всех технологиях, помогает в любом бою. Четвертое,
Четвертый самый гневный персонаж, который хорошо владеет саблями. А, четвертый. Стоп, тут четыре загадки, ничего себе. Так. Так, ну давай самый гневный персонаж хорошо владеет саблями красными. Мне кажется, это Раф. А, это, ну это Раф, да, это понятно. Ну, то есть у нас слева тут... Раф и... Да, 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 да. И Майки. Ну тут еще и Донни приписан был. Состав, на самом да, деле, да, 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 да. Все черепашки, но мы только трех персонажей обычно берем, поэтому возьмем именно их. Выбрали по своему усмотрению, но составчик крутой. Ребят, лайк и сердечко поставили, значит, вы увидите, что ваш состав попал в видео, ищите его. Донни. Донни волшебник. Ну-ка, погнали. Давай буякашо, сейчас зарядим прям. Да, мощная атака на 2700. Хорошо, неплохо. Двойная, ну, двойная. Двумя мечами, короче, от Лео. Да. Самая топовая атака, 6400, и выносит он волшебника Донни. И смотри, что у него видимость уходит, или... Да, конечно же, невидимость, да. Что еще делать? Донни, слушай, Донни, давай провокацию сделаем. Давай попробуем, кстати говоря. Третья атака? Третья, да. Поехали. На себя провоцирует Раф. Будет открывать Рафа, и он будет в ярости их контратаковать. Крит повышен. Ой, слушай, а что крит пропал? Не понял. Что-то все пропало у него. Не знаю, Рили. А что случилось? Все положительные бафы наши пропали. Оскорбление пропало. Крит пропал. Это как так? Это Макман, что ли, такой наслал у нас вместе с грубым мусором еще и снял все наши положительные бафы. Слушай, интересно. Я такого первый раз вижу, если честно. И я такой первый раз вижу. Так, ну что же. И Майки мчится в бой. Смотри-ка. Атака. Отлично, по Рафику. Защиту повысил Раф. Это круто. И мощную атаку. Что делать здесь? Давай 2000. Под защитой, кстати говоря, не хилый такой урон. Согласен. Ух ты ж, блядь, ты посмотри, Лео как досталось. Обалдеть, нам бы сейчас очень не помешало бы лечение, но мы не используем его. А он сам подлечился. Молодец. Огромный, очень хорошо. Молодец. Чувствовал прям, знаешь, он знал это. Да, давай попробуем также Макману. 670 всего лишь. Ай-яй-яй, что-то смотри, Майки бесстрашный совсем у нас друг. Да, реально, смелел, нападает на Рафа, а тут, конечно, контратакует его. Ай-яй-яй, хорошо мимо по Лео, но контратака прилетает, защита плюс. Майки, и что он делает? Бомбочку бросает, да, массовая атака. Он опять себе подписал смертный приговор уже, как который раз на те же грабли наступает, никак не поймет, что происходит. Ну, слушай, он, походу, дело так и не выйдет из тени, а мы его на контратаке подловим. Да, постепенный урон, смотри, на Макмана хорошо прилетел. Ай-яй-яй, добивает? Мимо, представляешь? Нет, хорошо, очень хорошо. Ну, на самом деле, постепенный урон мог его добить, но ладно. Мог бы, я побоялся, что он вдруг не добьет. Так, Рокса дебьем, хорошенько, да, он смотри. На защите, правда. Защиту, атаку поднял сам себе. Смотри, Майки образумился все-таки, начал атаковать не Рафа, а Леонардо. Ну да, потому что он уже совсем там слабенький. Да. И никак что у нас? Мы не можем... Ну, давай обычно ставим и атакой 1500. На самом деле, у нас даже мощная атака откатилась. Но когда мы уже добьем этого Рокстеди непобедимого? 10 тысяч там было? Два десяточку выбили. Очень хорошо. Ну, так, ничего ну, что, себе. Майки, давай, давай обычный, давай обычный. Просто двойной атакой на изи. Вот так вот, ребята. Вот это победа, вот это бой. Крутые персонажи, спасибо огромное вам. А мы отправляемся дальше. И у нас следующий подписчик, это Ирина Давгаль. Ирина, лайк и сердечко ставим. И у нас здесь Лео, Сплинтер и Карай. Интересно. Прикольно. Просто прикольно. Составчик. Так, Сплинтер есть. Лео мы только что брали. И нам надо найти Карай. Карай есть. Вот Карай, хорош. Так, и Лео. Пошли в бой, ребята. Не забывайте, что в видосик попасть надо обязательно поделиться, поставить лайк и написать 3 персонажа в столбик в комментариях, либо 3 загадочки. А мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Так, смотри, здесь есть корчика, давай с нее начинать, прям мощную атаку от Карай. Давай, Карай, здесь у нас постепенный урон, и я думаю, что Сенсей. вот этой атакой добьем, да, отправляем очень накал. Хорошо, очень быстро, да, у кошки, конечно, маленький запас здоровья, к сожалению, но, тем не менее, так, слушай, Донни. С одной атаки вынесем, ну-ка, бэм, нет, 5800, чуть-чуть слабоватенько атаковали. Вот если бы десяточку бы выбил, если хотя бы восьмерочку бы, мне кажется, было бы достаточно. Да, согласен. И тут у нас сенсейчик берет и на палочке у нас танцует, стоит. Крит всем повышает. Они все одного класса? А, ну да, кстати. Ваня Стиранка. Зачем-то. Донни атакует по Лео 1700. И сейчас время Карай настало. Ну давай, чуть-чуть не хватило. Карайки. Сенсей добьет его 2700. Удачно. О, Лео подлечился.
Хорош. Так, ну по кому? Так, по Ване, что, наверное, да? Знаю, давай по Ване Стиранко, да, да. Почему бы нет? Он еще не активировал свои мощные атаки. Отлично. И слэш теперь. Прыгает, и на кого он садится? Сансея. Как зря-то это было, дружище. Реально, как зря, очень зря это было. Слушай, Сансей раздает, конечно. Сейчас еще и Ваня ляжет, смотри. И Ваня, нет. Все мимо, Ваня... все мимо у Вани. Ляг, лег. Вот, отлично. Так, ну что же. Ну, карай, могла бы добить, на самом деле, слэш, да. И как-то не справилась. Не смогла, ребята, но Лео сможет, и это победа. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео, а мы с вами скоро увидимся. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.